Всем привет! Просили настройки записать для Philips. Я записываю периодически, там раз, два, в три месяца. И какие-то вопросики накапливаются, остаются. Поэтому сейчас самое такое расскажу. Так, изображение, да? Смотрите, во-первых, если включить игровой режим, то у нас движение недоступно. Пунктик этот. Сейчас затемню, чтобы видно было. Наверное, на камеру видно не будет, но... Ну вот, короче, вот нажимаю. Вот она, не цветная картинка. Все, движения нету. То есть эта функция отключается. Во-вторых, кстати, формат изображения тоже отключается. Во-вторых, так. Если включить монитор режим, да, то картинка вот по цвету не настраивается, цвет заблокирован на 50, и, наверное, сейчас мы попробуем поменять в игровом, там, например, 49, ага, 50, вот, ну, 50 блокирует. Так, и он блокирует четкость, уровень черного 50. Почему мне не нравится? Потому что четкость на 0, и такой резкости нету нормальной. Кажется, бы чуть-чуть больше, там на двоечку оставлю всегда. И уровень черного 55 самый нормальный, то есть на 10% ниже яркости, и кажется картинка темной. Ну, это как бы нормально, это больше маркетинг. Когда картинка темнее, то значит уровень черного больше. Но на самом деле все не так. Значит, что в режиме монитор у нас вот это блокируется, и Ultra Resolution блокируется еще. Так, есть еще такие пресеты. День-ночь. Есть эксперт. В эксперт можно управлять цветностью. Вот. Красный, желтый, зеленый, светло-голубой, синий, малиновый. Ну, кстати, записал давно, еще было видео, подкалибровал весь цвет полностью. И потом скину, может, кому понравится. Но мне, например, не понравилось. То есть лица такие... естественное зеленее чуть-чуть, вот, поэтому я потом сброшу видео, там будет сравнение. Так, и HDR плюс. Так, значит, перейдем к настройкам. У меня это режим игровой для ПК. Если кто сомневается, что в режиме в качестве ПК можно использовать монитор, то есть телевизор, то смотрите, все отлично. Так, значит, в режиме игровом цвет 50. Я видео прошлое и позапрошлое снимал, я уже больше показывать не буду, что до 50 идет набор цвета, после 50 цвет начинает становиться перенасыщенным, однотонным. И это сразу же видно с 51 полосы, что все превращается в одну кашу. Поэтому 50. Можно ниже, но ниже тогда будет не набор цветов немножко. Значит, под контрастность подсветки я делаю на 100, по той причине, что у нас появляется шим
Притом он появляется сразу. А кстати, в ручных настройках выдержку 1 к 4000 выставляю, а здесь прям сразу видно. Без всяких ручных настроек, это в авто снимаю. Вот. 93 Гц, 94, 95, 96. Ну вот если 1 к 4000 выставить, то будет на 97, 98, 99 тоже видно шим. На 100 нету его вообще. Так. Дальше четкость двойка. Я, может, потом сниму как-то. Короче, как я это делал. Я брал на второй телефон, а картинку в 10 раз увеличивал, и обводка была видна. То есть после двойки, после тройки где-то вот 1, 2, 3. Я рекомендую вот так, либо 1, либо 2, либо 3. Но оставлю двойку на четкость. Больше смысла нету. Тогда будут всякие обводки, всякое вот такое. Вот уровень черного. На 55 я тоже видео снимал, уже не первый раз, что черный цвет на 56 уже начинает высветляться. А 55 это естественный черный. То есть до 55 он не высветляется. А как бы смысл терять в цвете. То есть мы поставим 50, будет картинка темная. Но можно 54 выставить, там если где-то какие-то будут яркие моменты, да, чтобы не высветлялось. То есть вот можно 54 поставить. А дальше у нас вот эта настройка для кабельного, поэтому лучше отключить. И вот это для кабельного. Ну не знаю, можно включать, можно не включать. Я думаю, разницы не будет. Так, четкость Ultra Resolution, это немножко повышение четкости. Не шарп, а типа апскейлинг. То есть если изображение HD, то оно там доводит типа до Full HD или до 4K. Ну, псевдо такое. Ну, лучше включить. Дальше цвет. Вот это лучше не включать, потому что это то, что картинку портит. Цвета неестественными становятся. Не знаю, как это видно. Вот эта полоса на FPDA, она синей стала. Должна быть такой вот. Цветовая гамма широкая, потому что нормально, если поставишь, то лица красные. Я тоже, кстати, снимал видео. Я потом найду, скину. Короче, если нормально поставить, то цвета не, короче, без расширенного динамического диапазона. На HDR роликах это хорошо видно. Вот у нас даже пример с правой стороны нормально широкий. То, что некоторые люди спорили, что, мол, перепутали. Нет, не перепутали, это так есть. Но смысл какой-то, лучше бы сразу широкий стоял и все. Ну, больше настроек, больше маркетинга. Дальше баланс белого. Вот это 6500. Ну, вот это вот где-то 7500. И вот это 7700. Но я предпочитаю 6500. Все, больше ничего не доступно. Контрастность еще доступна. Если у вас больше, чем 50-55 дюймов, то можно что-то из этого выбрать. А если нет, то лучше выключить. Вот это повышение качества включено, потому что на выключено он затемняет и включает шим. Поэтому это маркетинг. Динамическая контрастность тоже лучше выключить, тоже маркетинг. Это контрастность, которая настоящая, не вот это, что мы по цветку регулируем, а вот контраст. Это на вкус выбирайте. Оптический датчик тоже шим включает. Ну и гамма на вкус свой. Кстати, цветовой температурой можно принизить на 100 кандел где-то яркость. То есть мы отнимаем последнюю точку, вот 46 последняя точка. Значит, здесь минус 46, то 0 будет, здесь минус 46, то будет где-то 59, и здесь минус 46, то будет 81 вроде бы. Вот, то есть мы минусуем от последней точки все три точки, и получается у нас максимально, ну, на 100 кандел темнее. Вот такой лайфхак.
Так что подписывайтесь, скоро еще настройки выложу.